вторая половина думает, как бы развестись, или вот, ну, или, ну вот, вот, вот нахуй не надо, да, я тут носки стираю, готовлю, и вообще жены себя очень чувствуют, ну, такими, знаете, как, не дохвалили их, да? Я вот всю душу вложила, а меня вот не дохвалили. Есть женщины, которые прошаренные, которые там Палиенко читают, там Лобковского, да, они говорят, я богиня, да, я богиня, и ты на моей энергии зарабатываешь. И она вот такая вот, прям, они очень сильно в это верят. А вы можете в это верить только потихоньку, и не надо говорить это мужу каждые 5 минут. Можно? Говори. Понял. Мужчина пьет, да? Вот мужчина пьет, и есть на самом деле несколько причин, почему, ну, вот, возникает вообще вот это вот алкоголизм, наркомания, игромания, вот эти любые мании и низмы вот эти. Это тогда, когда одна из первых причин — это мама. Тогда, когда мама не отпустила своего сына и постоянно его контролирует. Это когда девочек много, а у мамы ты один. Это вот с той серии. А почему это происходит? Мама подавляет все инициативы сына, вот мужчины, да, и он постоянно невоплощенный. Он хотел бы сделать это, и ему не дают. Он хотел бы еще что-то сделать, ему там тоже не дали. И потихоньку вот эта вот, ну, нереализованность, она приводит к алкоголизму. Это такая месть маме тихая. Вторая причина – это тогда, когда человек не чувствует, что он живой. Да, и он начинает пить или начинает играть. Там, вот казиношники, там, ну, 30%, мне кажется, люди, которые не чувствуют жизнь, и поэтому они проигрывают деньги, и у них вот этот вот адреналин. Сколько я бы с ними не разговаривал, знаете, он засовывает туда 10 тысяч долларов, всю ночь играет, отыгрывается, и он счастливый, выиграл 50 долларов. Зачем этот весь геморрой всю ночь сидел, непонятно. Но он счастлив, что он вернул свое. Это вот, вот этот адреналин, когда я чувствую, что я жив. Еще причина, давайте я буду завершать потом. Еще причина вот этих алкоголизма, тогда это еще причина отчасти в жене. Да? То есть это тогда, когда мы...